чувак, из Черновцов. Основным храмом Петербурга, он имеет статус музея. С 1991 года с разрешения руководства музея церковная община может проводить в храме богослужения. В Петербурге самый дешевый интернет в России. Компания «Опа» составила рейтинг городов по качеству доступа к всемирной паутине. Специалисты проанализировали скорость скачивания, цену и другие показатели. В Петербурге оказалась наиболее низкая стоимость сетевого подключения, однако по скорости скачивания северная столица далеко не на лидирующих позициях. Город Омей расположился на 135 баллов. Город движения на Вите. Владимирском и Загородном проспектах, по Трациональной набережной Дугороховой улице, видно 238 средств Яндекс Толки. На данный момент дорожная ситуация в городе отсутствует 5 метров. Гагарина от улицы Фрунзе до Московского шоссе и заставно Пироговской и Выборгской набережных от Ульянского проспекта до 238 проспекта от улицы Академика Лебедева до Кантемировской улицы. Плотный поток на проспекте Юрия Гагарина от улицы Фрунзе до Московского шоссе и заставно Пироговской и Выборгской набережных от Ульянского проспекта до Кантемировского моста. И о погоде. Сейчас в Петербурге плюс 18. Завтра, как обещают синоптики, будет малооблачно, возможны осадки и до плюс 19 градусов.